раскручиваем фибуляр. Это как на грамм, да? Привет, друзья! Вы на канале Крепче Стали. И сегодня разберем тему, которую вы просили вести с Максом. Если вы пропустили первый удар, что нужно делать, как себя вести? Смотрите, если вы пропустили жесткий первый удар, то, в принципе, вы уже ничего не сделаете. Если вы получили не нокаут, а нокдаун, вот тогда мы сейчас покажем, как себя вести. Подожди. Подписка, отправить другу. Вы получили нокдаун, потерялись. Это приблизительно то же самое, что закрутиться очень сильно. Когда вы не понимаете, где что находится, вас шатает влево-вправо, это почти то же самое, как получить нокдаун. Вот с этого упражнения мы начнем. Понятно, что когда вы получаете по шее, вам сразу нужно загруппироваться. Ваши руки должны быть прижаты к ребрам, ладони поднять уровень висков, то есть не вот так. Вот приблизительно, видите, виски здесь, ручки я поставил, плечи поднял, сгруппировались в первую очередь. Отходим от того места, если вы понимаете, где это было, да, от соперника, подальше группируйтесь. Только не вот! Здесь самое банальное, прямой, левый, боковой, размашисто, неважно. Но, в принципе, самая главная задача это сгруппироваться и рвать дистанцию. Я сейчас раскручу вестибулярку. Раскручиваюсь. Разочек. Раскручиваем фибуляр. Это как нокдаун, да? Знаешь, как мы сделаем сейчас такое упражнение, отличное упражнение. Я закручиваю закрытыми глазами. Меня партнер толкает. И потом сразу начинаю шить меня выпить. Закрываю глаза и закручиваюсь. Прикольно, кстати. Хочешь попробовать? Нет, сейчас. Спасибо. Ищи дурака. Ну реально теряешься. Вот реально как потерянный. Понимаешь, что отсюда где-то было приблизительно удары. Закрытыми глазами даже продолжал бить. Держу закрытым. Я куда-нибудь попадал в тебя или нет? Да. Я загруппировался максимально. Подбородок прижал. Зрез загруппировался. И просто откидывал. Каждый мой удар, видите, он закрыт. То есть я не вот так бил. Я загруппировался. Даже я не вижу куда. Я понимаю, что образно где-то здесь находится человек. И я закидываю. Раз, два. И все время я пытаюсь быть закрытым. То есть не вот так. Раз, два. А закрыто. Еще. Ну это видео увидели, да? Если вы упали, что вам нужно делать? Реально потерялся. Давай еще раз, третий раз. Еще раз, поехали. Ну понимаю. Вот так. Ну или можно проход сделать. Надо отомстить. А, спасибо, Макс. Ставьте лайкосы, передавайте друзьям. Главный момент, друзья, не допускать той дистанции, где можете получить. Если видите, что назревает, рвите дистанцию. Есть видео на эту тему. Оно где будет, здесь или здесь. Если этот удар был неожиданный, ну, тогда применяйте эти упражнения дома. Я раскручиваюсь. Здесь я выцеливаю цель. Кстати, смещаться. Влево, вправо. Лончики. Все, остановился еще раз. Ух, как это так. Всех с Нового года. Проведите время с книжками, в спортзале. Развивайте основные мышцы. Всем добра и пока. Давай, сейчас буду нападать, если это не страшно. Пошел. Раз, два, четыре, пять.
Хуй попал!